вы делаете для спорта и для нас. Спасибо. Благодарность губернатора Московской области с выплатой денежной премии объявляется Рыгзелову Сергею Владимировичу, тренеру серебряного призера по стрельбе из лука Инны Степановой. Олегу Юрьевичу, тренеру серебряного призера по вольной борьбе Валерии Кобловой. Зубалию Андрею Игоревичу, тренеру бронзового призера по гребле на байдарках и каноэ Романа Аношкина. Денежной премии объявляется Шишину Андрею Геннадьевичу, тренеру бронзового призера по плаванию Евгения Рылова. Благодарность губернатора Московской области объявляется Авдееву Антону Алексеевичу, участнику игр по фехтованию «Город Звенигород». Жеребченко Дмитрию Анатольевичу, участнику игр по фехтованию «Город Химки». Исакову Владимиру Вячеславовичу, участнику игр по пулевой стрельбе «Пушкинский район». Александру Ивановичу, участнику игр по конному спорту, Солнечногорский район. Благодарность губернатора Московской области объявляется Кодосу Сергею Викторовичу, участнику игр по фехтованию «Город Звенигород». Еще раз всех поздравляю. Наших любимцев. Здесь был отмечен человек, который неравнодушен ко всему спорту в Российской Федерации, но в Подмосковье он является большим меценатом, Алишер Бурханович Усманов. Но день рождения сегодня. Вот, поэтому пусть у нас тоже слышит, мы желаем ему здоровья и поддержки наших спортсменов. Я очень много общаюсь с Витисовым и на ледовой площадке, и, так скажем, в разных других местах. И очень давно, когда мы только начинали играть в хоккей, мы сидели в кругу таком и, соответственно, одержали очень важную победу, как нам казалось. И, значит, тишина такая, все измотанные. Он встает и говорит: вы знаете, что может быть ценнее этой победы? Что может быть ценнее победы? Ну, молчим тоже, не знаю. Он говорит: следующая победа. Поэтому я желаю всем следующих побед.